застрял, ехал трейлер, километра 3 от нас. И тут вроде бы не самое трудное место. Ну вот, застрял. Дальше он мог съехать на бок. Видите, как наклоненный сильно. Вот так рядом, прямо вплотную к железной дороге. От Потеряевки километра 3. Сегодня 3 августа 2016 года. Это у нас сегодня среда. И вот наклонился он тут. Совсем и колея-то вроде дальше-то нормально. Но трактор-то мог сползти. Вообще. Вот это было бы нам дело. Лисей там заправляют. Терентий приехал. Сообщили, что застряли. Приехал Алексей. А дальше трактор только один, вот такой там. 150, что? Как называется? Терентия нет, барабаш это, барабаш Терентий. И отца нету, все на покосе. Первый день хорошая погода, второй день. Ну, теперь задумываются, как. Это не просто такую махину сдвинуть. Еще. Я маленько попящусь назад. Это вот трава, мы из нее веники делали раньше. И такие околочки, куртинки. Ну, здесь так красивейшее. Господи, помоги. Ковыль. Железная дорога. Колеса крутятся. Его даже и снять своим ходом, чтобы пошел. На цепях привязаны вон, как видно, цепи. Ну и сзади также. Вот так. Без техники технику не вытащишь.
Шофер что-то пинает колеса. Ему не нравятся они. Это, считай, вынес. Все. Терентьев был Мальцев, герой социалистического труда. Ну, спаси Христос, Терентий. Вот бульдозерисы, наверное, заводить будет сейчас и своим ходом 3 километра до Потеряевки.
конференции пошел домой. Ну а тут он своим ходом уйдет. Как люди все мудро придумали. Хорошим бульдозеристом быть — это радость для людей. Вот. Тут к нам приезжают все хорошие.